Заслуги севастопольских журналистов отметили в законодательном собрании города в понедельник, 14 января. По случаю Дня российской печати работники СМИ получили благодарственные письма и награды от спикера парламента Екатерины Алтабаевой. Праздник отмечается 13 января. Именно в этот день, в 1703 году, по указу Петра I, вышел в свет первый номер газеты «Ведомости». В приветственном слове Екатерина Алтабаева отметила силу влияния прессы в современном мире. По ее мнению, именно журналисты играют важнейшую роль в формировании общественного мнения и определяют социальное настроение людей. В этой связи, по словам политика, чрезвычайно важным в работе журналистов является работать так, как подсказывает гражданская совесть, поскольку зритель, читатель или слушатель в равной мере нуждается в правдивом и честном слове. Благодарственные письма и подарки получили работники всех городских телеканалов, а также ряда интернет-изданий и печатных СМИ. В законодательном собрании отметили и работу независимого телевидения «Севастополь». Екатерина Алтабаева нашла отдельные слова для всех журналистов, подчеркивая профессионализм и высокое мастерство каждого из них. В завершении церемонии политик выразила надежду, что представители севастопольских СМИ продолжат оперативно и качественно информировать горожан о происходящих в регионе событиях.